Привет-привет! Сегодня на обзоре у меня Play to Earn проект под названием Honeypot Game, который представляет собой довольно простую в освоении экономическую игру с довольно высоким уровнем доходности. Honeypot Game представляет собой симулятор пасеки, создан на основе смарт-контракта в сети Binance Smart Chain. Основными персонажами игры являются пчелы. Каждый игрок в Honeypot Game сможет приобрести собственную виртуальную пасеку и наполнять ее различными пчелами, каждая из которых будет приносить ежедневный доход до 2%. В данный момент игра Honeypot Game находится на финальной стадии разработки. Команда проводит последние этапы перед запуском. В том числе сейчас смарт-контракты Honeypot Game проходят финальный этап проверки специалистами по кибербезопасности из компании Certiq. Релиз игры должен состояться уже совсем скоро, примерно в первой половине июля. Так что советую вам подписаться на социальные сети проекта или на их телеграм-канал по ссылке в описании, чтобы не пропустить запуск Honeypot Game и стать одним из первых игроков. Но даже несмотря на то, что игра еще не запущена, уже сейчас нам известно довольно много подробностей о ней. В игре будет свой токен Honey, который можно получить, обменяв USDT в игровом банке. Курс обмена составляет 0,42 доллара к одному токену Honey. Всего в игре будет 7 типов пчел, которые являются основным предметом получения доходности. Минимальная стоимость пчелы – 84 доллара. Это 20 тысяч токенов Honey. Максимальная – примерно 1000 долларов. Это 250 тысяч токенов Honey. Чем дороже пчела, тем выше у нее базовый доход. Он варьируется от 8 до 14%. Но базовый доход пчелы – это не конечный процент прибыли. Он может меняться в большую сторону с помощью настроения. Настроение пчел – это множитель базовой доходности. И он варьируется от 0 до 200%. Изначально он у всех пчел составляет 200%, и тем самым вдвое увеличивает их базовую доходность. Например, с 14% сразу становится 28%. При каждом выводе средств уровень настроения падает до нуля, и пчелы улетают отдыхать на 24 часа. Что соответствует тому, что в этот период прибыль начисляться не будет. После выходного каждый день вы получаете прибыль и настроение поднимается по 33%. А это значит, что понадобится 6 дней до восстановления настроения к 200%. Также своим пчелам можно экипировать различные NFT предметы, которые повышают их доходность от 10 до 50% к базовой доходности и позволяют открывать уровни партнерской программы. О партнерской программе расскажу чуть позже. В игре присутствует еще и элемент коллекционирования, ведь все предметы в Honeypot Game объединены в различные наборы. Если вы собираете один из наборов целиком, то вы получите дополнительный бонус, который будет распространяться сразу на всю вашу пасеку. Помимо этого, у проекта Honeypot Game предусмотрено и несколько дополнительных вариантов получения прибыли. Например, партнерская программа. Она тут достигает 10 уровней в глубину и позволяет получать процент с покупок NFT игроками, которых мы пригласили. Открытие уровней происходит благодаря уникальной механике, а именно покупаете любую пчелу, к ней NFT предмет и открываете первый уровень. Последующие до 7 уровня открываются также, а чтобы открыть 8, 9, 10 уровни, нужно, чтобы все пчелки использовали все NFT из одной коллекции. Помимо этого, в будущем можно будет получать различные призы и бонусы за открывание лутбоксов, торговать на NFT маркетплейсе и даже играть в различные другие игры, которые будет создавать команда Honeypot Game, объединяя их все в полноценную Play to Earn экосистему. Что же касается начала самой игры Honeypot Game, то процесс этот является максимально простым. Никаких аккаунтов создавать не нужно, ведь Honeypot Game работает полностью децентрализованно. Вам потребуется лишь кошелек MetaMask, добавленный в него сетью Binance Smart Chain, а также стейблкоины USDT для совершения внутриигровых покупок и монеты BNB для оплаты газа. Кошельком надо будет подключиться к сайту, за USDT купить через внутренний банк нативные токены Honey, а уже за них приобрести себе виртуальную пасеку и пчел. Выводить прибыль можно будет аналогичным образом, конвертируя ее через внутренний банк автоматически. Да, чуть не забыл, купленная пасека ограничена по размеру, а именно предоставляется 10 гектар, но гектары можно докупать в игровом банке. 10 гектар равняется 10 баксам, и чем круче пчел вы покупаете, тем больше места на пасеке им потребуется, так что нужно грамотно подходить к планированию своей стратегии. Пасека стоит примерно 20 долларов, минимальная стоимость одной пчелы 84 доллара, то есть минимальная сумма для входа в игру составляет всего 100 баксов, что, как по мне, очень круто, особенно на фоне других Play to Earn игр, где порой надо платить 1000 долларов, чтобы купить стартовые NFT. Но, как я и говорил в начале видео, сейчас игра еще не запущена. Релиз ее должен состояться в первой половине июля после завершения аудита от Certiq. Чтобы не пропустить запуск, советую вам подписаться на телеграм-канал Honeypot Game, там можно получить уведомления и новости по игре, участвовать в различных конкурсах
конкурсах и раздачах, а также в случае чего обратиться за помощью в поддержку. Ссылку на канал и на сайт HoneyPot я оставлю в описании под видео. Только напоминаю, что мое видео не является призывом к инвестициям. Любые вложения в криптовалюту и NFT сопряжены с большим риском, поэтому вы должны обязательно проводить собственное исследование перед тем, как совершать какие-либо инвестиции. На этом у меня все, друзья. Жирных вам иксов. Вовремя фиксируйте свою прибыль и до новых встреч. Пока-пока.